Привет, ребята! Ну и так как вам понравилась эта крутая игра про гоблинов, орков и ланца, мы ее продолжаем. Это часть перепутья, третий уровень, ребята, пушка. Поражает наземные цели, низкая скорость атаки, сильный против многочисленных снарядов от отрядов, сильный против укрепленной брони. Круто! Так, у нас пойдут по двум дорогам эти ребята. Поэтому ставим пушечку вот сюда и улучшаем ее сразу. Улучшаем, говорю. Так, здесь мы поставим. Кого же мы здесь поставим? Ну, давайте здесь поставим вот эту. Лучников, вот. Лучников улучшенных причем. Вот так вот две пушечки у нас будут стоять. А третью мы поставим вот сюда. Да, хотелось бы мне поставить ее сюда. В основном мы поставим лучников все-таки. И погнали. Следующая волна. Все, побежали. Ребята бегут. Нам надо сейчас защищаться и ставить как можно больше башен. Иначе мы можем не справиться. Но у нас есть ланс. Великий и могучий ланс. Это так круто. Ну, пушка какая стреляющая. Здорово. Так, 68 зелий у нас есть. Это маловато, конечно. Но я думаю, что пока нам этого хватает. Потому что мы сейчас будем укрепляться. Да-да, уже сейчас мы будем укрепляться. Вот, поставим сюда еще пехоту нашу. Опачки. Вот так вот. И теперь наши пехотинцы будут работать как надо. Помогая лансу восстанавливаться за это время. А ланс восстанавливается очень быстро, я смотрю. Для него это не составляет труда. Раз, так. Орк прошел. Да ладно, ребята. Орк прошел один. Все, мы проиграли. Уф, орк-берсерк. Блин, как плохо. Плохие новости, генерал. Похоже, армия врага пополнилась орками. С этими типами шутки плохи. Да-да, ланс, да. Командир, я решаю вам требовать дополнительных эликсиров. В случае крайней необходимости, сейчас как раз такой случай. Но давайте нам этот эликсир тогда уже быстрее. Хочу эликсир. Уф, 250 нам дали. Позволь строить больше башен, когда без них не обойтись. Если нет эликсира, не стесняйтесь его просить. Также разрешаю вам вызывать подкрепление из Патролограда. Это отряд золотых щитов. Отлично. Вызываем подкрепление такое. Все круто. Подкрепление можно перемещать по карте, как и героев, но в конце битвы оно вернется в станицу. Это все, что я могу предложить. Если вам нужно больше бонусов, придется купить. Ладно, отстань. Отстань от меня. Так, так. Вот так вот. Мы вот так вот сделаем. И все. И задержим немножечко орка. Немножечко задержим. А почему бы и нет? Как говорится, почему бы и нет? Так, потом улучшим немножечко лучников наших, чтобы они дальше били, дальше и лучше. Давайте, давайте, ребята, нападайте. Финал вейв. Финальная битва, ребята, финальная битва. Эх, сейчас будет жарко, я чувствую. Жара. Неминуемая жара. Это очень круто. Так, 140 нам надо. 140 эликсира. И желательно прямо сейчас. И желательно прямо сейчас, чтобы быстренько лучников улучшить. Так, 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 так. Смотрите, сейчас нападут на нашего ланца. Но тут не так-то просто будет им. Вот наше подкрепление. О, как здорово. Так, ланс, давай защищай. И отлично справляются наши песики, бегемосики. Все, мы практически справились. Я считаю, все круто, здорово. Все круто и здорово. Ха, ланс бегает туда-сюда, туда-сюда. Красавчик, пацан, вообще. Просто красавчик. Так, мы со всеми справились, да, в принципе? Ну да. Ну да, ну да. Так, ланс, давай-ка не давай пройти вот этим чувакам. Гоблинам. Бабах. Одного победили. Осталось двое. Одного зарубили, и еще одного сейчас зарубим, да? Я надеюсь, мы зарубим его все-таки. Так, давайте. Сменим. Надо быстро вот так сделать. Оп. Против орков хороши же вот эти штуки зеленые. Да. Да-да-да-да-да. Так, ребята, давайте-ка сюда. Ну ладно, мы и так победили, все здорово. Виктори, победа за нами. Да, две звездочки, потому что один орк все-таки пробрался. Собака такая. Продолжить. Так, сейчас будем улучшать ланца нашего, нет? Башни будем улучшать, вот что мы будем улучшать, да? Башни, да. Так, пушечку, да? Улучшить можно. Это круто. Пушечку, это хорошо. Улучшаем нашу пушечку. Все, у нас, в принципе, все наши башни второго левела. Это очень здорово, поэтому идем воевать на четвертый уровень. Засада. Четвертый уровень засада. Походу будет нелегко. Пехота. Тормозят наземные цели. А, ну пехота сейчас улучшится, я понял. Магия. Круто. Пехоту и магию можно улучшать, я так понял. Так. Вот это очень плохо, что сейчас они пойдут с разных сторон. Это очень плохо. А где наш ланс? Вижу. Так, мы поставим пехоту здесь. Мы поставим магию здесь. И мы поставим пушку здесь. Да, вот так вот сделаем. Не затейливай. И лучников поставим на всякий-то случай. На всякий-то случай пехоту. Так. Сейчас мы этих ребятишек вот сюда. Нет. А, ну все, это максимально, куда я их могу подвинуть. Так, сюда мы поставим. Кого бы поставить сюда? Я думаю. Но я думаю, что пушку. Пушка самая здравая должна быть. Так. И улучшим вот этих вот ребятишек.
Погнали. Уф, как там много. Чувствую, сейчас жарко будет. Очень жарко, походу. Да, будет жарковато. Жарковато немножечко будет, ребята. Жарковато. Так, 130. Ну, пока мы, конечно, справляемся. Первая волна, она всегда легкая. Очень, уф, какие быстрые пехотинцы у нас мощные были. Все-таки вот эти проапгрейженные. Ой, какие они мощные, вообще круто. Мне это очень нравится. Очень нравится. Тогда мы улучшаем их. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Конечно, да. Так, 180 надо. Эликсирчика. Эликсирчика 180. Я бы был не против. И еще 160 для магической башни. Да. И что же будем первую улучшать? Непонятно пока. Пока вообще непонятно. Наверное. Пушечку улучшим. Да. Пушечка улучшается. И это очень хорошо. Так, Ланс, ты давай там не стой без дела. На тебя нападают два орка больших. Поэтому давай работай, дружочек. Работай. Вообще, как легко мы с ними справляемся. Ну да, это не так уж и тяжело, оказывается. Так, где там вторая волна? Вторая из трех. Ну конечно, эта пушка уже очень слаба. Но она потрепает немного их, потрепает. Как раз то, что нам и нужно. Чуть-чуть потрепать, ребятишек. Так, улучшаем радиус магической пушки. Ну и саму пушечку, да, естественно. Все очень здорово, все очень здорово. Нападаем, фас, ребята, просто фас. Смотрите, как быстро мы с этим орком расправляемся. А еще совсем недавно он был для нас очень тяжелым. Вот так вот это все происходит. Очень быстро. Время быстро меняет все. Так. Где там третья волна? Мы уже хотим третью волну, иначе нам очень легко просто это все. Так даже неинтересно. Слишком легко. Так, сейчас мы улучшим вот эту пушку. Хочу улучшить вот эту пушечку. Вот эту вот. Есть контакт просто. То, что надо. То, что доктор прописал. Отлично. Где наша крутая магическая? Вот она. Убивает их быстренько просто. Просто быстренько убирает всех их, да? Так, а сейчас мы поставим еще пехотинцев. Да-да-да, пехоту надо ставить. Надо ставить пехоту, пусть она замедляет их. Это очень здорово. Пехота их замедляет, пушечка их расстреливает в это время. Это все так круто. Вот так вот. Вот так это происходит, да-да-да. Все как надо прям. Все по сценарию прям очень хорошо происходит. Пошла следующая волна, пошла. Хочу следующую волну. Жду не дождусь. Орк, повелитель, легкая броня могут... Попытаться сожрать пехоту, слабые против магических башен. Понял. Надо... Ого, какие они огромные. Так, надо вот эту магическую башню улучшить срочно. Нифига, какие они огромные. Очень большие, ребятишки. Очень большие. Нифига себе, здоровяк. Просто великан-великанище. Пехота даже не нападает на него, нифига себе. Да ты великан-великанище. С тобой шутки плохи. Будем магией бороться с тобой, магией. Мэджик. Просто мэджик. Ну с этими, с обычными орками все очень просто. Все очень просто с ними. Так. Этого орка не так уж легко и победить. Смотрите, я ничего не могу с ним сделать пока. Так. Что же делать? Как же быть? Как же мне тебя побить? Ха. Не совсем непонятно, как это делать. Но я надеюсь, Ланс знает, как с ним бороться. Ланс, я надеюсь, ты знаешь, как это делать. Давай-ка работай, дружочек-пирожочек. Ланс, дружок. А, это я так ускорять могу, нифига себе, прикольно. Бабах. Ну чё, Ланс победят или нет? Или мы все-таки заберем этого гоблина, победим? Мы должны его победить. О, да ладно, нельзя Ланса. Да ладно, Ланс погиб. Ребята, нифига себе. А, он не погиб, он восстанавливался просто. Он говорил, есть, победа, ребята, победа. Блин, тяжелый гоблин, большой, зараза. Но мы его сделали. Мы его легко победили, прям. Прям вот так вот, как надо. 50 и 100. Это все круто. Так, поздравляем, вы прошли главу 1. Получаете самоцветы в награду. Круто, 10 самоцветов. Они нам так нужны, что мы не знали, как жить без них. Но теперь точно заживем. Так, и у нас получилось улучшить башенку. Одну такую башенку, магическую. Это круто. Теперь на второго левела. Забираем ключик очередной. И теперь у нас 4 ключа, а надо 5. Надо 5 и выйдет зайчик погулять. Так, что там с нашими доспехами? Не можем мы улучшить, да, пока ничего? Да, пока ничего улучшить мы не можем. Ну да ладно. Давайте сыграем еще один уровень. И продолжим в следующей серии, ребята. В следующей серии будем продолжать. Сейчас один уровень сыграем. Чтобы не затягивать. Должно быть, им нужен храм дракона. Не дадим им до него добраться. Я никак не могу понять, как им удалось прорваться через нашу внешнюю оборону. Да как? Очень легко, блин, как? Откуда они пойдут, скажите нам лучше? Ага. Их здесь будет двое, да? Тогда давайте. Уф, что же нам сделать-то? Ну, в любом случае, здесь надо повысить ребятишек. Ставим еще одних. Ставим магический камень.
и ставим пушку. Ага, на пушку-то у нас и нет бабла. Тогда вот так. Ну погнали, погнали, ребята, погнали. Зарабатывать деньжата. У нас здесь, в принципе, должны справиться пацаны. Пацаны или девчонки, не знаю, кто там в обороне у нас стоит, но надеюсь, что они справятся. Так, что там с лучниками с нашими? Против кого они сильны, непонятно. Надеюсь, что сильны против кого-то. Так, и Ланс даже пришел на подмогу, красавчик. Так, надо улучшать их. Надо улучшать, но пока нет эликсира. 130. Давайте еще чуть-чуть и улучшимся. О, да, мы улучшили, ребят, улучшили. Все, пошли следующий. Охотник. Стреляет по пехоте с большого расстояния. Уязвимый против башен лучников. Это, конечно, все хорошо, но башня лучников у нас такая слабая. Такая слабая башня лучников. Так, следующее улучшаем, значит, лучников. Да, определенно. И надо 140 эликсира. 140 эликсира надо. Ребятушки, давайте быстрее. Отлично. Подолучшили немного. Не в правильном месте, конечно, стоят у нас лучники. Но да ладно. Как поставили, так поставили. Так, следующее улучшение будет вот эта зеленая магическая башня. Магическая башня зеленая. Давайте добивайте их уже. Стрелков этих. И улучшаем ее, да. Есть, готово. Так, следующим будет у нас... У нас здесь все второго левела. Это все круто. Следующий поставим пушку. Да, пушечка будет ставить. Следующая. Тяжеловато. Нашим ребятам уже тяжеловато. Тяжеловато как-то. Так, ставим пушечку вот сюда. Надо ее усилить, между прочим. На всякий-то случай. Уф, нападают, все нападают на нас. Так, улучшаем пушечку на всякий случай. Наш сэр Ланселот стоит пока. Пока стоит, пока никто его не тревожит. Пока все слабы против нас. Но это только пока. Пятая волна будет посильнее нападать на нас. Я думаю, придется посложнее. Так. И вот здесь ребятишки, опачки, и выбежали. Опачки, и выбежали просто. Напали на тебя. Просто вовремя не поставили наших ребят. Так. Я слышу какой-то плач. Неужели это орки плачут? Это орки плачут уже. Вот что случилось с ними. Это просто плачут орки. Так, и это не последняя волна. У нас будет еще одна волна. Эгегей, это не так уж легко нам придется, судя по всему. Финал вейв. Вот это будет битва, вот это будет жара. Это будет очень тяжело, судя по всему. Так, а куда же направится наша защита? Вот сюда. Ребятушки. Что же поставить еще, я не знаю. И куда поставить, что самое главное? Напасть. Фас. Так, и где пойдет великан? Пойдет ли великан? Но если пойдет, конечно, мы не справимся. Нам не одолеть большого великана. О, два орка пробрались. Но у нас там есть хорошая защита. О, да. Пока мы справляемся, ребята, пока справляемся, это очень круто. Сэр Ланселот наш. Уф. Давайте, ребята, нападайте. Фас эту лучницу. И давай, ударяй по земле, Ланс. Ты же такой крутой пацан. 554, смотрите, как круто. Нифига себе, орки долбят по нам. Все, мы справились. Это здорово, да, есть же победа. Виктори, никто не пробрался сквозь наши врата. Круто. Ребята, я вас поздравляю, что вы досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока, ребята.